Мне кажется, это борьба с экономическим кризисом каким-то, который государство как-то промышляет по-своему. Мне так кажется. Мне кажется, ну что-то они неправильно, значит, там, наверное, делают, где-то там какие-то там что-то там санкции не выплачивают. Я не знаю просто всей этой системы, поэтому мне сложно говорить, это опять будет ответ блондинки какой-то, наверное, хотя я и брюнетка. Но мне кажется, в этом что-то есть, неспроста это происходит, и, наверное, где-то что-то кто-то там как-то портачит, наверное. Поэтому надо по-своему как-то это наказывать, либо там как-то менять какую-то систему. Видимо, не меняют систему, значит, забирают лицензию. Многие, наверное, банки просто преувеличивают свои возможности и обманывают многих клиентов, и поэтому, собственно говоря, получаются вот такие вот нехорошие моменты.